В этом видеовыпуске панели бортового питания. Панели на 3 переключателя и 6 переключателей, отличаются они предохранителями. У одних панелей они автоматические, у других плавкие. В комплектацию каждой панели входит сама панель, инструкция, монтажные саморезы, 30 наклеек и неопреновое уплотнение. Как вы видите, все наклейки на английском языке. Инструкция, она также на английском языке. Уплотнение выполнено из неопрена, оно самоклеющееся. И перед монтажом снимайте защитную пленку, клейте к панели и устанавливайте ее. Рассмотрим панели с автоматическими предохранителями. Каждый предохранитель имеет силиконовый защитный колпачок. На панели есть специальные углубления для наклеек. Наклейки самоклеющиеся. Убирайте нижнюю подложку и приклеивайте в это место. Она как раз туда помещается. Наклейку подбираете в соответствии с подключенным прибором. Предохранители автоматические. При превышении нагрузки срабатывают и размыкают цепь. Обратно привести его в рабочее положение необходимо на него нажать. Панель выполнена из алюминия, имеет 6 двухпозиционных переключателя, каждому из которых свой предохранитель. Провод на питание от каждого предохранителя идет на переключатель. Желтый провод – это подключение подсветки. И потребители подключаются к этим клеммам. Предохранители промаркированы 10 ампер, 15 и 20 ампер. В панелях на 3 переключателя то же самое, только их в 2 раза меньше. В нашем магазине вы найдете панели и с плавкими предохранителями. В панелях есть подсветка, и сейчас я покажу вам, как она работает. Не знаю, как это будет видно на камере, но подсветка приятного желтого цвета. Я подключила точечный светильник, есть такие в нашем магазине, и теперь мы проверим, как работает подсветка. Как вы видите, она загорается при включенном приборе. Вот такой вот вышел обзор. Какую панель выбрать, решать вам. Все зависит от количества подключаемых приборов. В нашем интернет-магазине большой выбор панелей с различным наполнением. И я думаю, вы найдете то, что вам нужно.